Талантливыми людьми, которые влюблены в нашу с вами родную Беларусь. Говорят, что талантливые люди способны замечать красоту в самых простых, на первый взгляд, вещах. В каплях росы, в чистоте небес, в каждом моменте жизни. И вот сегодня, дорогие наши, нам с вами предоставится возможность в этом убедиться. Наш сегодняшний гость с самого детства восхищался природой. Рос ребенком, для которого каждое дерево в лесу имело свою особенную ауру. Итак, у нас в гостях заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Владислав Станиславович Цидик. Поприветствуем! В последние годы Владислав Станиславович провел более 20 авторских фотовыставок. И в фонде нашей библиотеки имеется фотоальбом работ Владислава Станиславовича, где каждая фоторепродукция нашего сегодняшнего уважаемого гостя прокомментирована поэтическими четверостишиями, которые принадлежат нашим белорусским писателям. И вот не могу, дорогие друзья, одно из них не зачитать, потому что, на мой взгляд, в нем отражается жизненная кредо, жизненная позиция, мне кажется, нашего сегодняшнего уважаемого гостя. Лакет вышине у хвали всколыхали, облока у ватой кветки растили. Я вырос тут, мяне в бои призвали аховать ноту неба и земли. Владислав Станиславович является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден медалью за трудовые заслуги, медалью Белорусской православной церкви святителя Кирилла Туровского, 4 юбилейными медалями, почетными грамотами Национальной академии наук Беларуси. И этот список, дорогие друзья, можно было продолжать бесконечно. Но мне кажется, что нам с вами интересно было бы пообщаться с самим Владиславом Станиславовичем и, как говорится, услышать все из первых уст. Поэтому я предоставляю слово нашему сегодняшнему гостю. Интересно. Я очень благодарен то, что вы во время обеда пожертвовали обед и пришли сюда. Я очень тронут этим. Я вижу ваши прекрасные улыбки, позитив, настроение, в общем-то, хорошее. Я очень буду стараться поддерживать это настроение. Но прежде чем вести разговор о нашем издании «Корейца», я хотел бы представить, что у нас здесь присутствуют депутаты. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы меня не оставили одного, пришли сюда. Так, у нас Елена Анатольевна Стельмах. Вот это, в общем-то, известный представитель России, заслуженный журналист Белоруссии, значит, мой помощник, кстати, корейцы, мы тоже с я с гордостью называю это имя и благодарю вам за этот труд, который явился основой вашей деятельности, так как вы являетесь составителем этой книги «Зачарованный Беларусь». Дорогие сябры, сегодня сапраўды вельми хвалюючий момент, потому что наша книга
зачараваны Беларусью, рыхтавалася даволі доўга. І па-першае скажу, што ў самога аўтара былі сумненні, а ці правільна ли я раблю. Можа, мае здымкі і не вартыя таго, каб вось у такое грунтоўнае іх выданне змяшчаць. Канешне, Уліслав Станіславіч самы вялікі крытык і ў першую чаргу да сябе, да таго ўсяго, што ён робіць. І, можа, таму тое, што ён робіць, сапраўды мае вельмі добры вынік. Вось так было і з кнігай. Мы неаднойчы абмяркоўвалі кожны здымак, кожны крок, які мы збіраемся рабіць. І першапачаткова была думка, магчыма, вось тыя здымкі, якія мы бачым сёння на экране і бачым у кнізе, магчыма, іх варта суправадзіць радкамі нашых класікаў. Была гэта задумка, і, магчыма, мы б з гэтым пагадзіліся, але, напэўна, сама фігура Уладзіслава Цыдзіка, само тое, што ён дэпутат Палаты прадстаўнікоў, усё ж такі зрабіла перавагу ў іншы бок. Вось так і з'явілася ідэя, а чаму б яму, дэпутату, не звярнуцца да сваіх, у сваю акругу, да тых таленавітых людзей, якія таксама умеюць пісаць вершы, якія таксама заняты творчасцю. І гэта быў вельмі прыемны крок. Кніга выйшла ў выдавецкім доме «Звезда». Яна выйшла напярэдадні 9 мая. Гэта наш падарунак. Падарунак аўтараў, Уладзіслава Цыдзіка, падарунак паэтаў. Падарунак усіх тых, хто прымаў удзел у стварэнні кнігі. Падарунак нашай вялікай перамозе. І вельмі прыемна, што прайшло ўсяго некалькі літаральна тыдняў, а ўжо добрая слава пра наш паэтычны фотоальбом ўжо разышлася. Ну, напэўна, я бяру на сябе такую смеласць і не баюся гаварыць пра тое, што яна атрымала сапраўды станоўчую адзнаку. Таму што тое, што рабілася, гэта рабілася душой. Паглядзіце на гэтыя здымкі. У іх абсалютна няма пампезнасці, у іх няма ніякай такой вычурнасці. Мы не хацелі паказваць Беларусь, ну, нейкай такой глянцавай на вокладцы, на старонках нашага выдання. Мы хацелі паказаць Беларусь такую, якую хочацца бачыць кожнаму чалавеку, які ўжо стаміўся, магчыма, ад гэтай цывілізацыі, ад шумнай мітусні ў мегаполісе, ад напружанай работы, якая кожны дзень нас напружвае, заставляе жыць у некім вельмі імклівым рытме. І як адзін аднаму мы часта кажам, што вось бы кінуць усё. Я не заклікаю вас вось зараз кінуць усё, але наперадзе лета. І, напэўна, у кожнага, бо кожны чакае свой адпачынак, менавіта ў летні час, вось зрабіць тое, што час ад часу умудраецца рабіць Уладзіслаў Цыдзік. Вось так паехаць і проста пабыць адзін на адзін з прыродай. Убачыць яе хараство не толькі ў вялікім лесе, ў вялікіх паселішчах, але і ў дробязях. У гэтым разгледзець прыроду, жывую прыроду. Ёсць такія радкі, якія я напісала ўсё мінулай вясной, калі мне паказалі здымак падснежнікаў, першацветаў. У гэты звышімклівы век не будь бяздушнай машынай, зірні на дзіўны Божы свет блакітнымі вясны вачыма. Вось хочацца і нам хацелася і хочацца, каб нашы чытачы, тыя людзі, якія знаёмяцца з нашым альбомам, таксама зірнулі вось на гэты Божы свет блакітнымі вясны вачыма, убачылі тую прыгажосць, якая вакол нас. Я думаю, што старонкі альбома можна гартаць, і пачынаючы з пачатку, і вяртацца да пачатку з канца. Таму што над кожным фотаздымкам гэта таксама роздум аб
простым и вечным, а в нашем житті человечим. Тому сьогоднішня наша презентація, сьогоднішня наша зустріча у таким знакомитим місцем у парламенті. Я відаю, з яким хвилюванням їхала сюди делегація з Дзержинського району, делегація виборщиків Владислава Цитіка. Я відаю, як це приємно опинутися сьогодні тут, щоб я ще раз сказати, що усі ми зачаровані Білорусі, що у всіх у нас серце б'ється в унісон. Ми любимо свою родину. І дякую, що от є така можливість це бачити ще і у книзі. А книги, як відомо, це те, що вічне, те, що залишиться і сьогодні нам, і залишиться нашим будучим поколінням. Ось такий погляд Владислава Цидіка і усіх тих авторів, які підтримали цей проєкт. Такий погляд на нашу зачаровану Білорусь. Уважаемые коллеги, друзья, я не случайно оказался вот в этой ампула, значит, потому что мое детство действительно было связано с фотоаппаратом, не преувеличиваю. Значит, я участвовал когда-то в советское время даже в международных выставках, ну, черно-белое изображение, естественно. Я когда-то был, в частности, даже заведующий фотолабораторией технической и физической культуры, подрабатывал немножко студентом, будучи. Я имею удостоверение общественный фотокорреспондент советского периода, вот. Поэтому это в зеркальном отражении у меня наконец-то нашлось время для этого творчества, уже будучи на пенсии, значит. Поэтому я вот действительно благодаря некоторым добрым людям, добрым, которые люди независливы, а радуются талантам каждого из нас, подсказали, сказали, и пошел процесс. Поверьте, пожалуйста, благодаря, сегодня нет Галины Александровны Харковой, наши коллеги знают, это пресс-служба парламента в частности, она усмотрела в моих снимках какую-то новизну, какую-то своеобразную подачу, своеобразную, и в конечном итоге предложила осуществить фотовыставку. Ну, приступил, сделал в конечном итоге, ну и, естественно, было хороших очень много отзывов. Ну а затем говорит, а чем хуже ваши снимки по отношению к бывшему автору, замминистра природных ресурсов, Олежка такой знаменитый в советский период был. Посмотрите его книгу, давайте, корица, издадим книгу. И процесс пошел. Но я проверил сам себя тоже и благодаря своим друзьям. Я повел снимки к Армену Сергеевичу, низкий вам поклон, корица, чтобы показать, не будет ли это стыдно для того, чтобы на всеобщее обозрение. И это, чтобы материал этот фото превратился, в частности, в книгу. Он никаких вопросов. Я еще к одному знаменитому профессору подошел, но уже с идеей, в частности, названия книги. «Зачарованный Беларусь». Конечно, Анатолий Афанасьевич Дозик несколько скоординировал там мне, вот, сказал акцент на что сделать, естественно, как обычно, поверьте, пожалуйста. Вот он мой учитель, вот, в творчестве тоже. Ну и в конечном итоге, благодаря вот этим людям, и зацепился я за слово «зачарованный Беларусью», и тогда сформировал концепцию, структуры этой видения книги. Конечно, ноша очень была сложная. Почему? Потому что поэтические строки из белорусского в русский передать, на английский тем паче перевести, это дорогого стоит, это вообще практически сложно. Вот. Ну и была такая задумка вначале три языка отразить. Оно то и получилось, но меньше удельный вес, естественно, на русском языке изложены поэтические строки. Формировалась вот эта поэзия благодаря предоставлению нашим поэтам фотографии 10 на 15, чтобы они визуально видели и уже, как говорится, точно описывали ситуацию, которая отражена на той или иной фотографии. Каждая фотография, она говорит о чем-то, каждая фотография необыкновенная, по моему мышлению, говорится, она отражает ту красоту природы,
то красоту восхода солнца, то дыхание земли и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, наша цудовная Беларусь – это вельми добра и уражвая кожного из нас. На вот гостей, бо я бачу, что сегодня на этой площади, ось, на якой здесь это здание стоит, в конечном итоге все больше и больше делегаций. Я хотел бы, чтобы эта площадь была вся в делегациях, в туристах. И это видно, очевидно, что с каждым днем все увеличивается поток посещения нашей прекрасной Белоруссии. И в конечном итоге, ну, в общем-то, высказал свое желание не для популяризации своего имени, нет, ни в коем случае. Мы, каждый человек, должен что-то оставить доброе на этой земле, чтобы уже был базис для дальнейшего роста и процветания этого общества, который будет продолжать наши идеи, наше добро нести в этот мир. Спасибо за внимание. Слово Владимиру Степановичу Липскому. Вот. С этим уникальным писателем, поэтом, деятелем государственным. Мастацкие фототворы Владислава Цидика выцеджвают одно дыхание. Моя Беларусь. У блакитной вышиванцы рек тысячи рек, озер, речечек, сажевок. Бачится наша отчина. У зеленым мундире дубрав берез. Бачится наша родина. Для того, как это все убачить, мою Беларусь у таким уборе, а упор можно было продолжать ежедневных полев, и мотылька, и строкозы, и гриба, какие там вот. Это все моя Беларусь. Вот это все, кого бачить, треба мало, мало уметь бачить. Я думаю, треба уметь любить. Вот без этого почуття не убачишь. Не отчуешь, не поспочуваешь. Это знитовывает нас у всех. И мне сдается, вот книга Владислава Цидика как раз подштурховывает нас, люди. Ну давайте будем любить нашу земельку. Наше чаровное болото, в яким мы вечные. Да мы никуда не ходили. Мы никого не хотели брать, завоевывать. Але до нас не лезь. Мы такие. Мы тут вечные. И мы не переможны. И мне сдается, нам бы поболей вот таких книжек. Нам бы поболей почуття такого любові, відданості. Не ура патріотизм, а просто любові, відданості, щирості. Може бути, нам цього не хапає. Давайте, люди, все зробимо, поглядимо в очі дітям нашим. Чи все ми робимо, каб вони це відчули? Каб вони це понесли далі, эту духовность, эту незвычайную пригожость нашей граничной, одиной, родимой, якая называется Белая Русь. Дорогие, я полагал бы, может быть, Арман Сергеевич немножечко скажет. Ну, на мой погляд, вельми важно то, что эта вот справа, эта книга, вельми актуальна. Вось побач льется кровь. Все видно. Молодь скача и кричит. Украина – це Европа. Я б гонорился, каб мои студенты скакали и кричали: «Беларусь, гэта Беларусь!»
і нічого більшого. Бо вище нічого нема, чим наша родина. І ось у цій справі, у справі виховання молодь, то, що ми всі повинні ведати, ця книга має вельми високую роль. Дякую вам, великий, я познайомлю безумовно моїх студентів з цим виданням і з вашої вистави. Я полагаю, що слово скаже Василий Николаевич Шлакунов. Можна з місця, Василий Николаевич. Сьогодні, Владислав Станіславович, ви показали мою родину, мою Могилевщину, мої Костяковичі. Я все це бачив по житті і все бачив це вдома. Тобто в цьому величие от ваших, вашої художественної виставки, що ви дуже здорово відразили нашу Білорусь, в которой, где бы ни был, в любом уголке, она его, она вся тут видна. Анатолий Иванович Гармаза, цудовный человек, который имеет творчий подых в всех его справах. Ну, люди, которые занимаются вот живописом, фотографией, они это ведь такие отважные люди, потому что это треба убачить, треба отчуть вот это. Я говорю, что как бы, любить Беларусь нашу милу, треба в разных краях побывать. Любить то можно, а вот зауважить той момент, эту пригожусть, это может только соправдный майстер. Я еще не все великое дякую за задовольнение, от якое я отримал сегодня от вашей выставы. Дай Бог, как протягивали. І далі. Дай Бог здоров'я і творчого шляху. Далі. Отець В'ячеслав, кілька слов. Дорогий Владислав Станіславович, дорогі друзі Владислава Станіславовича, я, звісно, вообще тронут всему, что здесь происходит. Почему? Потому что когда большинство, Владислав Станиславович ко мне в гости приезжает, и бывает в храме, и на наших праздниках, но вот сегодня я у него на празднике. Что меня, конечно же, здесь поразило, эта обстановка и вообще тот труд, который сделал Владислав Станиславович. И, конечно же, я думаю, без любви, который имеет Владислав Станиславович к своей родине, ничего этого не было бы. Есть такие слова в Священном Писании, которые, наверное, нужно всем знать. Господь сказал так в Евангелии: «Если ты сделал что-то, то отвечай так: я раб не ключим, сделал то, что должен был сделать». То есть я раб, ничего не стоящий, делал то, что должен был сделать. И, конечно же, видно, что тот труд, который делает Владислав Станиславович, это большой труд, вообще вклад вообще в наше благосостояние нашей Родины. И мне, как вот когда я познакомился с Владиславом Станиславовичем в 2009 году, он как бы дает мне даже такой вот хороший, добрый пример. Я знаю, что он сам по себе спортсмен, но я когда-то немножко занимался спортом. Сейчас как-то другое у меня направление. Но тот азарт, когда постоянно позвонишь, батюшка, вперед, все, давай, будем делать. И даже вот когда сейчас мне уже как бы новое послушание дали в церкви, как-то я по-человечески смущался, ну а как будет, а что будет, а нужно что-то много делать. Обратно позвонил Владислав Станиславович, вот меня там благословит, батюшка, вперед, все, с Богом, ой, вас еще годы молодые, ничего много нужно сделать. А что, я, Владислав Станиславович, поздравляю вас с вашим вот этим праздником, презентацией вашей книги. И, конечно же, желаю вам Божьего благословения и такого Божьего матери в дальнейшем трудиться. Спасибо, Господь. Спасибо. Зараз я хочу предоставить слово Галине Нупрейчик.
Галина Иосифовна приехала с Клецка, и она так само и у князя активный автор. И сегодня на нашей презентации мы так само у ее выконании почуем слово про нашу родину, про любимую нашу Беларусь. Галиласка. Великий дякую за запрошение. Віншую вас, Владислав Станиславович, с выходом в свет книги. И сподіваюся, что супрацовництво ваше как великого майстра фотоздымка с поэтами будет и далее пленным. Ну, пусть прочитаю. Беларусь, моя сторонка, край бясконца дорогий, песть от сердца песней звонкой, твои нивы и луги. Распустила солнце косы, синь воды озерной пье, ходит бусел по покосах, звонко жауронок пяє. У краях ён был заморских, а минули холоды. Як летел, спешал верну... Як летел, спешался як ён, без гнездо домов, сюды. Тут стюдёную, живую, можно пить воду с крыниц. Тут пшаница голосуя, гай бярозовый шуметь. Белорусский край мой родный, прыгажосцю усіх чаруй, и красу свою и годность ты во все веки шануй. Ну и вот еще у Клецкий музей. Годинники стомилися, бясконцы час лечить, спокойно на полице спочивають. Свой век яны умудрилися надолго пережить, умельцев старожитных прославляють. Стоять плуги драуляные, и ткацкие станки, висить под вынькой люлька сиротливо, на стенах вышиванные полотны ручники, узоры адмысловые на диво, подстать осилку умелому, за шклом ляжить коса, саха без працы сохне, серп сумуе, вось лапти задубелые, не пестите краса, чародка самоваров не паруя, давно нема на свете тых неурымсливых майстров, душа яких живе у речи кожной, иди за нами услед яна, з усіх часов, веков, история сторонки нашей родной. Сергей Григорьевич, сенатор, я уже представлял, очень уважаемый человек, мой друг, тоже комитет госконтроля наступал, но очень хорошо наступал. Нашли, прошу моего, успешно. Ну, я хотел бы напомнить, что у нас парламент двухпалатный, нижняя палата и верхняя. Вот, и я сегодня с удовольствием представляю верхнюю палату и передаю поздравления и пожелания успехов и всего наилучшего от руководства верхней палаты. Конечно, это большая книга, и она делает очень важный вклад в то, что уже многие сказали, в нашу независимость, нашей страны. Мы сегодня на самом деле молодое государство, хоть мы и имеем глубокие корни, но государство молодое, и сегодня самая главная наша задача, задача и молодого поколения, и старшего, это устоять в этих вот нелегких временах, в этих вызовах и угрозах, которые нас окружают, чтобы мы сохранили все-таки свою независимость, потому что когда большие происходят тектонические такие сдвиги и в мире и так далее, то нам нужно понимать, что маленькой стране очень трудно выжить, не прибившись куда-то, да, к какому-то берегу. Поэтому вот эта вот книга, она является и огромным вкладом и в культурное наше спадщину, в культурное наследие и выработку иммунитета наших дальнейшего поколения, иммунитета белорусов, сохранение нашей незалежной, красивой Беларуси. Дякую. В нашей аудитории мой учитель, мой наставник, вот, который позволил и дал, и выпустил меня как человека тонкого в отношении творчества, как точного в отношении проверок. Это Анатолий Афанасьевич Гросик. Вы знаете, что много есть книг, было то,
Анатолия Афанасьевича. Вот, человек, который... Здравствуйте, Анатолий Афанасьевич. Вот, который действительно ни одного закалил, значит, в этой жизни. В добром смысле. Значит, и мы гордились, что под вашим руководством тогда работали. Хотя поздно уходили, 2 часа ночи. Но думаешь, хорошо, было все. Спасибо. Вот я гонорюся, что мы много годов працювали разом в комитете державного контроля. И вот бачите, он еще доказал, что в комитете не только могут контролировать и карать, так, а и творить могут. Поэтому, Владислав Станиславович, ну, веншую я, добро ведаю твою книжку, ведаю той подход, некий новый, який ти почав, коли кожний здимок ілюструвався віршем, чудовим віршем. Ну і, звісно, це буде добрий подарунок тим, хто приїжджає в нашу країну і не може всього побачити. Тому працюй далі. От він був талановитим контролером. Так, от правду кажуть, талановитий чоловік, він талановитий по всім. Тому поспіхав тобі вдалі. Владислав Станиславович, я думала, что зараз настал той момент, коли выступить жадающих шмат, и зараз сюди на сцену выйдет навод невеличкая делегация. Вы не супрать? Я думаю. Ну, я думаю, что Дзержинцы, настал той момент, коли мы нашей делегации тут вот на сцене выкажем свое признание нашему депутату. От всей души, от всего сердца. Уважаемые сябры, я хочу представить Марию Борисовну Мирон. Яна по национальности грузинка. Яна 30 годов уже живе у Беларуси. Ее профессия связана ненавито с жаншитами. Яна жаночий врач. И можно уявить, сколько за этот час, благодаря, дякуючи ей, у Беларуси з'явилася новых белорусов. Кариласка, вам слово. Владислав Станиславович, чуть-чуть громче. Я хочу, ну, Беларусь – это моя родина, учитывая, что я 17 лет живу в ней. Но о своей основной родине я не забываю. И ваша прекрасная книжка этим летом уедет на мою родину, чтобы там, листая, мои родители сравнивали Беларусь, которую они знали и которая есть теперь. И что в Беларуси пишут даже депутаты. Покажется, в маленьком районном центре Грузии, поверьте, вашу книжку будут знать почти все. И вот там все друг другу родня. Если ты с грузинской фамилией, хотя бы в 7-м поколении, но ты будешь родственником. Спасибо вам. Депутат сельского совета Алла Брониславна Губаревич. Вот это, вы знаете, так случилось по жизни, что мне пришлось быть на избирательном участке и собирать подписи в поддержку Владислава Станиславовича. Я его не знала изначально, но сегодня я с гордостью могу сказать, что я очень благодарна судьбе за то, что судьба свела меня с этим человеком. У нас очень много дел. Я шлю огромный вам привет от всех горбузов, от всех деревень, которые окружают наши горбузы. И как всегда, это я хочу... Это не те, которые... Я, пользуясь случаем, хочу прочитать стихотворение в адрес Владислава Станиславовича, потому что это на самом деле человек, о котором можно говорить день и ночь. Вот я уже очень много лет работаю с госструктурами, и поверьте, сегодня я не могу даже представить, не могла представить, что человек с парламента может приехать к нам в горбузы и сделать столько хороших, добрых дел. И вот, представляете, однажды раздается звонок, и говорит: «Алла Брониславовна, я к вам еду в горбузы, будем убирать ваше кладбище». Вы представляете, я такая на велосипеде, подъезжаю к кладбищу и жду, что приедет Владислав Станиславович с МЧСниками. А то заруливает машина. Владислав Станиславович снимает свой костюм, одевает сапоги, кепку, одежку, бензопилу, топоры, и мы пошли работать. Для меня это вообще шок, не только для меня, для всех наших жителей. И, пользуясь случаем, хочу прочитать такое стихотворение. Я тоже пишу чуть-чуть стихи, я не такой большой поэт, ну, я только еще учусь. Как
Вам хочется порою всех обнять, поцеловать, поделиться добрым словом и приятное сказать. Как сегодня это важно, и, быть может, так должно, чтобы каждый, кто чем может, обязательно помог. Словом, делом или советом, может, искренним ответом, верной дружбой, теплотой и душевной чистотой. А кому-то денег дать, одинокого к себе забрать, навестить больных друзей, сделать праздник для детей. Всем хорошим быть не сможешь, не старайся угождать. Делай то, что в силах сделать, и дай то, что можешь дать. Дай Бог, чтоб вам много-много было сил, здоровья, терпения, не только для вас, для вашей семьи, а для всех тех, кто в этом сегодня особенно нуждается. Спасибо. 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 Да. Уважаемые коллеги, я очень признателен вот, руководству, в частности, библиотеки, и хотел бы тоже вручить благодарственное письмо именно коллективу библиотеки Сергею Ивановичу и Анне Алексеевне. Вручаю такое благодарственное письмо. Я читатель президентской библиотеки. Высказываю слова глубокой благодарности за именно организованную фотовыставку, конечно, презентацию этого замечательного фотоальбома. Фотоальбом и фотоработы привлекают внимание наших читателей к исторической и патриотической литературе. Они воспитывают у граждан любовь к Отечеству, дают возможность восхищаться природой Беларуси, способствуют сохранению историко-культурного наследия. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, успехов, вдохновения, реализации ваших творческих идей и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо.